Ну, так. Играли мы с этим товарищем. Не помнит, что я по-русски разговариваю. Интересно. Ну ладно, не помнит, не помнит. Дело такое. Оплот причал. Кайф. Я не знаю, кто такие иблисы и хрюкающие подсвинки. Поэтому ничего сказать не могу. Кстати, Костя, а что насчет Героев Колец Средиземья? Помнишь, как ты обсуждал? Ли? Не помню, если честно. А, это карта, что ли? Ну, все по той же схеме. Закидываем в обсуждение, если людям интересно. Там устанавливается размер сбора. То есть все по схеме. Сейчас все по схеме идет по этой. Поэтому в Discord, там летсплей, обсуждение, туда написать. Ну, если народ там интерес какой-то проявляет, то тогда можно будет уже поставить в сбор. Привет, Лихорадик. Да, ты только подошел. Джон, добрый вечер. Очень темповый оппонент, если не ошибаюсь. Ну, многие темповые, да? Как-то он по чуть-чуть торгуется. Я-то с вами общаюсь, а он что тянет, я не знаю. Дисы... С очереди не убирай, когда идем до них, думаю, нужная сумма будет собрана. Я и не думал их убирать, я ничего не убираю. Что в очередь попало, пусть будет. Зачем убирать что-то? Теперь я вас не только слышу, но и вижу. Это очень приятно. Еще раз добрый вечер. Так, надо пытаться. Пытаться возвращаться к чему-то более быстрому в плане отыгрыша. Ускорился такой. То по 100, по 200 дал, то начал по 500. Интересно. Че, на причале без денег? Зачем причалу деньги, кстати? Вообще без денег себя прекрасно чувствует. Идет и разваливает. Добрый вечер, Кромвар. До возвращения Disciples еще море времени, да? Это правда. Плюс-плюс. Чё, продали красный цвет, получается? Он думал, я 200 дам. Я знаю, что ты ред. Поэтому я тебе его и продал. Так, ну что, 7500. Нормально, кстати. 7500 норм. Добрый вечер, Капи. Так, Татьяна, здоровался я, нет? Если нет, то здравствуй. Так, ну и что, перевод денег. Перевод денег. Не забываем, а то что-то я в последнее время немножко грешил этим. Забыванием этого момента. Так. Причал. Может, и лора. Я его и овация беру, будет разнообразие какое-то. Приятное, я надеюсь. Так. Мейлор золото, причал. Так, а деньги-то я что не перевел? Угу. Отлично. Ну что, поехали. Постараюсь сыграть быстро, выйти быстро. Надо возвращаться к этому. Что-то я в последнее время стал какой-то очень медленный на кроссе. На ауткасте. Оговорочка по Фрейду. Привет, Дарт Третий, Вальдерам. Всем здравствуйте, ребята, кто подходит. Ну что, поехали? Хорошей нам игры, интересной, самое главное. Обзорка. Всегда приятно. Здесь ничего толком не видим. Так, наверное, просто скупаемся, правильно? Нет у нас средств на то, чтобы ставить птиц. Смотрим, как качается воздух. Ловит. Интересно. Книга огня. Минус 2 морали.
кстати, какого-то прям темпа-то я и не вижу. Коробок немного. Можно было префу поставить, но это не важно. В данном случае. Еще 4 коробки на таком огромном пространстве. Не то, что темпа не вижу, тут прям печально. Здесь прям все довольно уныло. Вообще нет, согласен. Спасибо за ранние стримы. Надеюсь, доживу до момента, когда будем начинать 19.00 по МСК. Ничего нельзя сбрасывать со счетов. Зарекаться я не буду, но в ближайшее время точно нет, а там кто знает. А там все может быть. Ноги есть. Может быть, из-за ног заиграть, вы как думаете? Наколенники из драконьей кости. Почти в АУТД. Так, оппонент берет рестарт. Отлично. Давайте вот сейчас прям сдачу отличную, чтобы мы ее заигрывали и все, и горе не знали. Щиточек за кабанчиками, очень хорошо. Обзорка снова. Как говорится, снова здорово. Так, ну что, нам птичек надо сохранить, да? Наушник выпал. Слушайте, ну тут побольше коробок, но тоже не прям, да, фонтан какой-то. Ну что это? Ну вот, правда, раз, два, три, четыре, пять. Пять, тут раз четыре, в этот раз пять. Сами коробки поприятнее, но стартовый нет. Птичек вдоль дорог нет. А лесопилки нет. Ну и лесопилки черти где. Ну что, сдача на удачу. Получается так. Сильвер там. Поздравления лопатой гребет. Понимаю. Ну, поехали. Испытаем наш лак, насколько он прокачан нынче. Птичка. Птичка, да, ее бы забрать, кстати говоря. Так, ну это игровая. Щит. Арты есть. Блок есть неприятный. Хорошо. Может быть, сразу сюда доехать? Или сначала... Ну, слушайте, тут вообще блок какой-то, да, по дороге. Мы его бьем, ладно. Нормальный блок. Ставим префектуру. За армией доезжаем, едем в сторону деревни, наверное, так. Потому что тут и птички, тут и пираты. Я себя прям увереннее буду чувствовать. Ну и важно забрать гнездо. Надеюсь, тут больше никем не заблокировано жестко, поэтому можно будет просочиться. Празднование дня рождения продолжается на стриме, точно. Именно так. Сегодня у нас праздничный вечер получается. Ну и плюс 2 атаки, кстати, очень приятно. Руда. Хорошая, да. Плюс пираты. Коробка за матросами, но их много. Такую я не сдюжу.
прямо скажем. Лесопилки пока нет, но дерево мы вроде как нормально полутали. Вот какая-то лесопилка. Ну, непонятно, как здесь будет идти дорога, рельеф она или нет. Сейчас посмотрим. Дальше видно будет. Привет, адамантиум. Кстати говоря, можно, наверное, и не добегать до города, да? У кого я там куплю? Мы там сейчас, мы сейчас, нам надо отстраиваться. Покрасили. Давайте мы, наверное, так и сделаем. Нам тут префектуру надо ставить, потом нам надо птичники ставить. В общем, денег тратить больше как бы и не хотелось на скупку в городе пока что. Коробок хочется, вот честно скажу. Пока тоже не густо. Есть за джинами, есть за матросами. Но на этом пока и все. За матросами не то чтобы удобно. Вообще непонятно, как к ней идти. Вот тут через верх, наверное, да, вот. Пробиваясь, это кто тролли. Может, кстати, тоже короба сохранять. Могут вполне себе. Сейчас найдем. Коробки чаще всего есть в неплохом количестве, главное их отыскать. Да? Иногда их как грязи, иногда нет вообще, но чаще это какое-то среднее значение. Что, ну, в общем, и не удивляет, прямо скажем. Привет, Лед, добрый вечер. Приятного просмотра. Не знаю, насколько сегодня долгий выйдет стрим. Ну, игру-то отыграем определенно. Возможно, мне надо будет уехать. Приятно, что есть лук, что есть щит, да? В смысле меч. Смотрю на меч, говорю лук, ну, в общем. Опять-таки ничего нового. Ух ты. Драться хотят. Интересно. Как говорится, вы много на себя берете. Так, еще коробка. Здесь деньги. Четвертый день. Вот, по идее, тоже надо отбивать. Когда обратно побежим. Не видим внешних жилищ никсов, да? Тут вот блок неприятный. Кстати, а что у вас так много? За корабль и сундук 20 ровно. Можно оббежать, хотелось бы. Ну, наверное, их и надо оббегать, слушайте. Тут два сундука, гномник, ресурс. 2049 гнолов, мародеров. А тут нанималка третьего уровня, сундук и ресурс. 2049 орков третьего уровня. Интересно. Пытаемся биться без потерь. Кричал. Прям как чувствовал, что усиление будет. Кстати, можно гильдию сразу купить книжку. Блэс, нормально. Щиток лежит и маска, и форт, но их там, наверное, будет миллион, да? Вряд ли это та история, в которую хочется влезать.
птичник забирать. Вот это как раз мы туда добежим и скупим там еще второй прирост птиц. Старсикер, добрый вечер. Почему бы форт не бахнуть, действительно? Наверное, потому что ресурсов нету основных, да? В принципе, дерева нету. Руда есть, но как бы тоже ее особо нет, при том, что мы еще ничего не строили. Ярослав, ну прям даже удивительный вопрос, честно тебе скажу. Вроде не первую игру смотришь, ты знаешь, что ресурсов никогда не хватает даже на отстройку города. Даже с забором там двух шахт их хватает в упор, а если еще 20-20 сюда вложить, нам же и дальше надо его еще отстраивать. Так. Есть, в принципе... Так. Есть, в принципе, тактика, можно здесь пробиться красиво, да? Тихо-тихо-тихо. Хорошо. Ну, тут да, тут тяжеловатая история. Сюда успеваем, это прекрасно. Сюда, наверное, не едем. Можем, кстати, денежку вот эту взять. Да, вот так, я думаю. Все-таки этих оббежим. Это потери, ну, как бы, не хочется терять. Так, окей, ну что, циту. Здесь циту там. Что, никсов строить ради четырех никсов? Ну, наверное, нет. Лесопилку я так еще и не забрал. Но можно забежать вот сюда по дороге, да, и поискать где-то там сверху поинтереснее. Тут пегасы, но я не знаю, сколько их. Успею я сейчас знания вцепить или нет? 635. Вроде получается, да, у нас. Ой-ой, а там еще вон всякого разного понавалено. Плюс самый сильный арт выпадал из башни драконов. Угу, плащ, там, какой-нибудь цеп, щит на 4. Ну, то есть, вот эти вот арты второго уровня. В принципе, все, которые на шаблоне есть, все и могут вывалиться. Девять пегасов. Ух ты. Интересно. И, наверное, надо все-таки за деревом, да? Или не надо? Или сверху найду? Еще я сверху дерево не найду? Конечно, найду. Все-таки далековато от дороги. Что там оппонент показывает? Пока ничего особо не показывает. По статам. У нас блесс есть из хорошего, да? Ну, стрелка есть, в принципе, на 5 СП. Уже что-то там может прилететь на 60 урона. Привет, король Лир. Спасибо огромное за пожелание. Да, сегодня пораньше, может, сегодня я пораньше закончу. Я уже говорил, ну, как бы. Кто вновь подходит, не в курсе. 59 матросов. Здесь сейчас надо грейд птиц поставить. Ну, как бы не очень понятно. Мне денег хватает на это все делать. На грейд. Наверное, хватает. Ну, должно, да. А вот на скупку не хватит.
тогда мы сделаем вот так. Переночуем. Скупимся. Ага. Ага, да, ману я хотел пополнить. Угу. Проверяйте, пополнил. Ну что, может сразу бахать вот эту вот коробку и вообще как-то прям, если мы хорошо по коробкам доберем, забирать вот эти сразу, вот этот арт, вот этот, вот эти арты, вот эту коробку, ну ехать в сторону ГО, может быть, как-то попробовать. Если да, сложится по карабасам и выскочить. Ну а что, дадут пару коробок на птиц. О, как, в ноль скупились, 32 птицы. В целом неплохо. Минус моральку бы добрать, ну. Тихо-тихо. Как бы тяжеловато. Бой, кстати, так себе. Неприятный. Тварь такая. Эх, птицу убил. За что птичку-то? Защиты нет. О, максимальный. Но я, наверное, не могу в максималку-то лезть, да еще и с ГСом. Туда, наверное, должен лезть. Что-то птица даже, к тому же. Кайфово. Вы нам подходите. Надо все-таки ману залить, да? Мясо добрать, ману залить. Не знаю, что из этого получится, конечно, авантюра чистой воды. Но тут коробок-то особо нет. Надеюсь, что тут птицы. В идеале грейжены. У нас уже будет рабочий стек, статы у нас, в принципе, неплохие. Здравствуй, адамантиум. У меня есть блесс в книжке. Приятно, когда зрители не следят за игрой. Под душу немножко зрители, а то что же, не все же вам меня поддушивать. Ой, а птица-то, ну ёлы-палы, ну Семён Семёныч поддушил зрителей. Проверяйте. Ладно. Тут, наверное, ответку снимать. Куча всего навалено, ну то есть тут, да, океанидов, ясное дело. Ой-ой-ой, так, это я не буду добирать, это у меня есть шапка. Надо ехать.
Да, сейчас буду отвлекаться на такие мелочи. Так, 1, 2, 5. Ни черта не успеваю, получается. Да, оказалось-то, стоят джинны. Охраняют Карабас. 59 мужиков. Может быть, здесь что-то получше будет, поинтереснее. 61, но тут куча тоже всего, да? Посмотрим. Ну, это совсем что-то. 60 пацанов, и вот это такой большой value имеет, эта штука. Да, коробки не бей лежачего. Один, два, семь. Ну, мы так-то на ГО едем, что, 1-2-7, норм, мы отправились туда, да? Не факт, конечно, выйдет из этого что-нибудь путное. Будем стараться. Пупенс, приветствую. У лепреконов очень неплохое вэлью по опыту, поэтому я и удивляюсь. Несмотря на их второй уровень. Черные драконы, а нужны они мне, наверное, нет. Так будут какие-то потери. Ну, для денег, типа 12-7. Давай. 16 пойдет. Шлем. Шлем пойдет нормально. Коробочки где? Ребятушки, карабасы нужны. Сильно нужны карабасы. Прям вот. Давайте, накидывайте, накидывайте. Мы готовы. Че, настроить экономику? Я даже не знаю экономику. Хочешь играть быстро? На чем? Сколько мы коробок забрали, да? На океанит, на нимф. Ну, вот это хорошая точно. Но это или птицы, или колдовалки. Ну, бежали уже оттуда. Это было вообще медленно. Утопию, естественно, мы лезть не можем. Какая утопия? Посмеяться есть только. Мы оттуда с такими статами, может, и вылезем, кстати говоря, но, в принципе, доспехи есть, офенс есть. Ну, из маленькой, да, без армии. Наги на ГО. Слушайте, это как бы неплохо, но, блин. Ну, как-то и плохо. И неплохо, и плохо. Есть лук, но у нас стрелков нет. Что это, стек, что ли?
Ну, я даже не знаю, друзья мои. Есть классный герой со статами, чтобы собирать прям коробки, бахать любые. Нет коробок. Есть коробок, нет героя. Да что ж ты будешь делать? Что у меня никак не сойдется одно с другим-то все. Привет, Гришус. Не, ну, теоретически наг я пробью. Дальше что делать? Добегать сюда, скупать прирост. И с утопой выходить уже. Наверное, так. Ну, глупо вылезти без армии, да. Мы такое уже видели. То есть толку с этого нет. Когда ты ничего в центре сделать не можешь. Как говорится, обидно, досадно. Мне типа птица нужна. Вот это вот похоже на птицу. Ну так, хотя бы отдаленно напоминает. Мне, кстати, лесопилка бы еще не помешала. Я что-то все бегаю, бегаю мимо них. Ладно, тогда чуть-чуть замедляемся. Что поделать? Не хотелось. Но ничего не попишешь. Типа на океанидах сейчас будем все разваливать. Ух, где мои коробки? Вот мои коробки, да? Здесь мы можем удачно разогнаться. Ну, что-нибудь так мало-то, океаниды. Ладно, океаниды тоже неплохо, в принципе, да? Что тут замок? Склеп по пути. Анварит-ас, много чего по пути? По пути очень много всего. И гномник по пути. Гномник, кстати, надо взять хороший кусок опыта. За матросами, ну, наверное, не едем. Да, к сожалению, коробок мы в изобилии-то не нашли, да? 65 девочек хотят у нас забрать. А мы как бы не хотим. Так что, подманить их? Или нет смысла? А касты против них еще дорогие же, да, как? Ну тут, пожалуй, надо отдавать его. Не будет же он птицу бить, он же... А, какую птицу? Конечно, не будет. Никто никого бить не будет. Эх, не птички. Птички нужны были.
Ну, слушайте, 300 нимф. Сейчас реально все развалим на них. Тут деньги на скупку, да, получается. Нашим матросов покрыть, чтобы чуть быстрее бегали. Ну, как вариант, деньги сейчас будут. Здесь форт поставить ради какой-то типа... Типа ради какого-то лейта. Ну, хотя какой тут лейт? Ну, кто знает, всякое бывает, да? Никогда не знаешь заранее, как там что сложится. Так, окей. Может, быстро развалим все без потерь? Ну да. По красоте просто. Так, Капитолий, вот от Капитолия воздержимся. Серый всю стрейдил, да. Типа куда-то выходил темповый, я помню. Поэтому... Ну что, как-то так. Побежали. Иксы что-то интересное, да, охраняют? Может, коробочку, может, артефакт. А он уже в центре. А он уже в центре. А может, даже уже в центральном городе. Ну, 1-4-2. Так хочется дать Косте совет какой-нибудь мудрый. Так давай, не стесняйся, у нас все же без стеснения тут в этом плане. Вообще никаких проблем с мудрыми советами никогда не бывает. Все вкачал, кроме логи, да, быстрый. Да хоть какой-нибудь, даже медленная бы подошла. Когда там с комментарии опять? Когда были? Воскресенье были. В центре он. У него больше... А, ты имеешь, он мог добрать, ты имеешь в виду на этом? То, что это мы деревню не добрали. Но это нам не даст никакой информации. Одна черта нам нужна. Мы утопию хотели же брать, да? Надо утопию добирать в любом случае. Ну да. Топию добирать надо, обязан. Пусть серый идет, Никсов заградим, если что. Если сложится. Ну, типа, равное стало количество городов. И о чем это говорит? Он мог не забирать просто деревянный респект. Да я думаю, в центре. Ну, статы там не очень, да, прям, чтобы боевые, магические какие-то есть. Армии, типа, у меня больше. Ну, может быть, на разгоне. Не знаю, не знаю, поглядим. Центр башня, да, скорее всего. Чатик на экране. Он что-то отключен. Не знаю, почему. А, знаю, почему. Ну, не суть. В общем, включили. Какая нам утопия-то нужна?
Какого размера-то? В общем, какая бы она ни была нужна, она будет маленькая. Двоечка. Двоечка, хорошо. Единичка всегда плохо, да? Двоечка, в общем, всегда хорошо. Так, ну и, наверное, тут тоже хорошо. Эй! Ну, наверное, хорошо, да? Что тут скажешь? Наверное, очень хорошо. Что, прыгнем? Жаль, в деревню, да, и вроде и ману надо пополнять. Ой-ой-ой, как их немало-то. Ладно, поехали. Что, пробиться надо. Так, ну моралей там нету, слушайте. Получается, изи-каточка, что ли? Получается изи-каточка, да? А, я даже успею, я ж с прыжком тут себе наэкономил всего, да? Всякого разного. Отлично. Я даже ману себе залью. Разгонюсь. Завтра плюс СП сделаю. Так, ну и все, да? Плюс деньги. Ну, сейчас точно в центре. Мощь армии, типа, вот это вот все. Таборы пошли. Ну, мощь армии мы на разгоне. Привет, Алексей. Добрый вечер. Приятного просмотра. Ой-ой-ой, ну куча таймера, ну куда ты торопишься, ну елки-палки, ну. Ну это не ты будешь, если так не сделаешь. Нам бы куртку на 10 спал пауэров, да? И можно даже куда-то во что-то ввязываться. Ну или на 7 хотя бы. Дороги посмотрим.
Привет, Сумрак. Да, сегодня 8 было начало. Там в какой-то бой он влез, ну, такие боевки и награда, да, обычно какая-то хорошая. За долгие, как правило. Не, я еще не надумал пораньше сбежать. Я бы на самом деле бы не сбегал из боя в другой бой. Прикольно. Я бы, честно, бы не сбегал, вот откровенно вам скажу. Надо будет идти, я не знаю, в том-то и дело. Мне позвонят с 10 до 11 и скажут, надо мне будет или не надо. Или сиди дома, или давай. Или давай на помощь. Вот это вот все. Ловсел, добрый вечер. Статов чуть меньше стало, да, там? На хорошее настроение. Спасибо большое, Александр, за поддержку. Настроение улучшилось. Сейчас вы ощутите. Я думаю, так, ну сюда нельзя прыгать. Да, если их там под 90, я этих поделю, они мне как напихают. Очень долго. 1.46, я только еду в центр. Книга воздуха лежит, никому не нужна. Почему? Пупенс, мы же не в 90-х с тобой живем. Просто брату, возможно, надо будет помочь. Нужно человеческое присутствие и участие. Какая интересная загогулина на карте. Ни на что не похожая. А прикиньте, он собрал этот АОТД. Плащик бы где-нибудь найти, да? Вот бы он расстроился, если он реально собрал АОТД. Просто я не вижу причин уменьшения статов вот до такого состояния других. У нас вода еще не экспертная, да, чтобы это дело сбить. Так, тот карабас мы отобьем определенно. А, все, статы вернулись на место. Угу. Интересно. 65. Дай что-нибудь хорошее. Ну, ману не тратим, наверное. 50-99 дендроидов. Всего-навсего. 50-99.
268 маны. 15 СП, да? Конечно, данж есть. И мана задаблилась. Кто бы сомневался. Типа один. А у нас будет на 2 дешевле, да, заклинание? У него на 2 дороже. То есть уравняли. А, такой он первый ходит, ты елки-палки. Плохо. Блин, Пегас, чертов. Кайф. Поддерживаю хорошее настроение. И да, поздравляю Сильвера с днем рождения. Звездочка, расстрел сердечками и приятными пожеланиями, звездочка. Спасибо огромное, Лейзет, за поддержку. Еще раз к поздравлениям присоединяю, Сильвер. Давай. Всего тебе наилучшего. Спасибо. Спасибо за поддержку. Добрый вечер, Лиля. Пятнадцатая СП. Что это? Минус птица, да? Ну, там не может не быть ударной магии, собственно. И у нас первого хода нет. Это то, что я придумал, это все ерунда, конечно, на постном масле. Ну и маны там куча. Так себе история, короче говоря. Должна быть, он ТП делал. Если он ТП делал, ну это может быть и Шрайн, но скорее всего это книга Земли, как минимум метеоритка должна быть. Ожидаемо. Так, вот этот стек-то надо было тоже подводить, но елы-палы. Нимф-то что не подвел, океанит? Ну какого черта ты их там оставил? Что они там делают, стоят? Ну елки-палки. Вот это ошибка. Вот это прям такая ошибка. Май. 262. У нас типа на завтра первая скорость. У него восьмая атака, да?
То есть, скорее всего, у него не будет... большого урона по нам. Отлететь пока, а на завтра ворваться. Причем и птицами, и океанидами, да? И на завтра мы пропишем тоже цепь. Никсы сейчас пойдут тоже вперед куда-то. Так, у вас что, 7? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Слушайте, а у нас-то урон неплохой с прямой стрелы. Мы ему сейчас эльфов минусанем. Ну или почти минусанем, да? Конечно, отлетел. Ой, ну такой ты прям, конечно, игрок мощный. Не в сказке сказать. Интересно, а сколько мы под блессом девочками ударим? Наверное, лучше все равно цепь давать, да? Блэс на девочек. Получается наша вроде бы. До свидания, шалулалу. Сюда его!